начала пути. Если ты говорил, с той стороны так вообще целый день. Да, мы тут ехали, вот здесь надо объехать. Дерево. Да, надо будет его как-то проехать. Чего? Это дерево надо будет как-то проехать. Там просто нормально, да, вот это не было, эта херня, там болото. Может, мы сдвинем ее? Куда? Нет, не сдвинем. Бля, закидывает такое себе, я тебе хочу сказать. В смысле? Да, отойди. Давай подойдем поищем. Не-не-не, сейчас мы и проедем. Там вода тоже? Там мостик. Бля, еще себе. Тебе один. И что дальше? Ну и ты провезешь два мостика. Ладно, шлем надо снять. Чик. Угу. Конечно. Чего, подними? Давай, подними. Поднялись почти. Ну и что? Ветками. Ну и подопрем. Чем мы подопрем? Не, мы быстрее перекинем тут вот. Давай рюкзак. Так, роняем? Поддержи, чтобы не провалилось колесо. Туда-туда, вперед. Поддерживай. Я держу. Да туда тяни тоже, чтобы не провалилось между резонатором и колесом. А, я понял. О! Систему купишь. Не, я точно не подниму. Ты ж тренировался. На дороге не по. Так, стой, держи. О, бля, тяжелее, чем тут. Толкни, может. Подожди, дай я тебя сниму. Лучше там. Как ты тут проехал? Лучше там. Не тупи, газуй.
пропали. Это ты ее мне предлагал? Да, да, да. Ты такие шустрые стал, вообще капец. Как будто постоянно тренируешься здесь. Я тут три раза проезжал. Поехали, не будем тут. Я сейчас тут встану, я никуда не поеду. Ты же говорил, психовать не будешь. И обратно возвращаюсь, что ты психуешь уже. Рюкзаком тут ни хера не легко. А? Рюкзаком никуда не легко. Поехали обратно. Обалденно едем! Просто шикардос! Такие моменты я готов даже любить свою страну! Как бы это странно ни звучало! Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы! Едет Руслик запоздалый! Это пятая ветка метро Беларуси будет. Оп, сейчас я прыгнул бы тут. Чё там, проезжай. Ты чё? Я чуть не зарылся там. Да. Подожди, дай тебе сфоткаю, полежи. Не хватило мне. Не хватает, Руслик. Приказы больше даже. Да я там втыркаюсь, посмотри, у меня вся подвеска складывается. Смотри, какое место охеренное. Прям лужайка.
Твердое, говоришь? Твердое дно. А вот сейчас будем мокрые оба. У меня снимал. А что я сделаю, бля? А вот сейчас будем мокрые оба. Я усадил. Так неинтересно, Руслан. Смотри, какой я грязный. Ты взял специально его усадил аккуратненько, на правой щеке у бебиса. Поехали! Ну как бы уже.
посмотрел налево, называется. А что ты смотришь налево? Налево нельзя, Сергей. Это Наташа тебя сглазила. Лапа скривилась. Прикинь. Да ничего страшного, аж работает. Контент. Так, мой новенький мостик. Как ты? Бак поцарапал. Че ты не упал? Я в одну сторону, а мостик в другую. Разошлись рельсы у нас.